Тут Лиза хочет с вами поделиться каким-то математическим фокусом. У нее только что закончился онлайн-урок с репетитором. В общем, слово Лизе. Как двузначное число умножить на 11? 54 на 11. 5. 4. 5 плюс 4 – 9. И между ними пишем. О, точно. 594. Еще больше, чем сам этот математический лайфхак, мне понравилось желание детей заниматься, тот азарт, с которым они стали заниматься математикой. Поэтому летом мы просим репетиторов больше уделять внимание играм, креативности, а уже с сентября фокусируемся на домашнем. А нам с тобой что нужно? Сколько километров за час получается? Летом начали заниматься в онлайн-школе SkySmart. Для нас это удобно, нужен только интернет, все материалы в личном кабинете, также составляем расписание, следим за результатами.